Всем привет! Сегодня с вами приготовим очень вкусный торт «Битое стекло» с крекерами. Для этого нам понадобится желе трех разных цветов. У меня клубника, киви и персик. В стакан кипятка необходимо добавить пакетик клубничного желе. Перемешиваем до полного растворения. Далее желе необходимо перелить в формочку. Таким же образом готовим персиковое желе и киви. Ставим желе в холодильник до полного остывания. Далее нам понадобится вода и желатин. В воду необходимо добавить желатин. На медленном огне постоянно помешивать до полного растворения желатина. В сметану добавляем сахарную пудру. Тонкой струйкой добавляем остывший желатин при постоянном помешивании. Когда желе готово, его необходимо достать из формочки. Нарезаем желе кубиками. Таким же образом нарезаем персиковое желе и киви. Сметанную смесь необходимо добавить крекеры. У меня крекеры с маком. Добавляйте крекеры на ваш вкус. Далее клубничное желе, персиковое желе и киви. Все аккуратно перемешиваем. Ставим желе в холодильник на ночь. Когда желе готово, формочку желе необходимо поставить в теплую воду. Далее аккуратно перекладываем наше желе на блюдо. Наш торт готов, он получается очень вкусный, готовить его легко и просто. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!